Даже несмотря на жару в плюс 36, на Нижегородском кольце состоялся четвертый этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам «Моторинг 2021». А вот 36 градусов, как переносится здесь? На самом деле для пилота это очень тяжело. Ну и также для нашей всей команды, да, то есть перенести такую жару. Очень раскалился асфальт, свыше 60 градусов сейчас асфальт, держак. Также очень трудно подобрать на определенные настройки. На этих крупных всероссийских соревнованиях выступали и нижегородские мотоспортсмены. Нижегородскую сборную «Кром Рейсинг» представили 4 гонщика. В классе мини-мото выступила семья Беляковых. 14-летняя Настя и ее папа Евгений, показавшие, соответственно, первый и третий результаты. Это твои быстрые секунды или можно еще быстрее? Можно еще быстрее. Я в квале показал на секунду быстрее. Понимал, что будет сразу тяжело. Вот, но, скажем так, получилось несколько кругов проехать за Ратниковым Егором. Понять, где есть моменты, куда можно залезть. В классе «Суперсток 600» выступал нижегородец, 16-летний Андрей Малышев, который составил достойную конкуренцию лидерам национального чемпионата, но ворваться в тройку лидеров не смог. Итог – 4-е место. Не получилось удержать за соперником и атаковать его из-за 2 ошибок. Жара как-то влияла? Жара, ну, просто очень тепло, вспотел сильно. На всех, наверное, повлияло. Наши пилоты выступали на всех предыдущих этапах и возвращались с отличными результатами. Самая юная пилотесса чемпионата, наша Настя, 3 этапа подряд берет только золото. У девушки есть все шансы стать чемпионкой России в этом году. В общей сложности в копилке сборной уже 8 призовых мест за 3 этапа. Была интересная борьба, конечно, у Евгения, да, то есть у папы Насти. Настя-то оторвалась сразу же с первых кругов, наращивала темп. Вот. Но, в принципе, высокого результата мы уж и не надеялись, как бы, достичь, да, то есть я имею в виду поставить там рекорд круга, хотя можно было бы, но я так думаю, что, наверное, все-таки жара дала о себе знать, и ребята уже с полгонки начали потихонечку спускать свой темп. «Моторинг» – гоночная серия по шоссейно-кольцевым мотогонкам, основанная в 2018 году, организованная в соответствии с требованиями современных международных стандартов шоссейно-кольцевого мотоспорта. В 2021 году серия проходит уже в статусе чемпионата России. Владимир Смирнов, Николай Прохоров. Время новостей.